Автомобилисты, которые согласились высказать свое мнение на дорогах города, почти единогласно проголосовали за то, что намного комфортнее и надежнее приводить свой автомобиль в порядок в автомойке. Водители со стажем доверяют профессионалам своего дела и очищают транспорт от грязи в специализированных фирмах. Пользуюсь мойкой и по времени, если не позволяет, иногда мою на даче. Вот так. Ну а в основном пользуюсь мойкой всегда. Обычно по ночам, а по-другому как. Днем некогда. Лучше на мойке помыть. Я не знаю, зачем. Выехал, помыл, да и все, отдал, поехал дальше. Да лучше автомойка. Почему именно? Не знаю. Лучше доверить тем, кто это уже делал давно, как бы профессионалам. Лучше всего это будет. Ну, можно и самому, это по настроению. Можно самому съездить, да помыть спокойненько на природе и все. Действительно, на берегах местных рек, в отличие от предыдущих лет, человека с тряпкой возле автомобиля встретишь не так уж и часто. К примеру, в объектив нашей видеокамеры сегодня попался всего один ангарчанин. Зато среди проголосовавших на нашем сайте таких граждан 8%. Большинство телезрителей предпочитает все же приводить свой автомобиль в порядок на даче, таких 62%. И только около трети оставивших свой голос на нашем сайте пользуются автомойками. Во дворе у многоквартирного дома, слава богу, свои авто не моет никто. И правильно делает, потому что рискует заплатить штраф в размере от 300 до 1000 рублей, если его транспорт будет стоять и получать пенный душ в зеленой зоне Ангарска.